Всем привет, ребят! Простите за мою небритость. Вот. Выгляжу, конечно, не круто. Стоим 6 через 6 уже неделю со Старповым. Это вообще, конечно, жесть. Все во фьордах. Капитан, блин, по 12 часов стоит, потом уходит спать. Соответственно, мы в порту только так. Вот. Сейчас у нас будет переход. Только вот опять же в среду только погрузим. И пойдем на Голландию. Порт Тернеузен. Вот сейчас у нас что получается? Грузим мы, короче, палеты сначала. Вот. У них, кстати, свой каргоплан. Старпом переделывал 3 раза. В итоге они сказали, у нас свой каргоплан. Мы будем грузить по-своему. И мы даже не знаем, докуда пойдет груз. Но факт в том, что нам нужно будет балхетину поставить. Когда они закончат, нам надо будет ее поставить в позицию. Вот. Как оно будет? И... весь ли груз у них влезет, вот, потому что данный груз должен плотничком лежать. Капитан, стик, yes. О, last night Johansson, maybe. Стик Johansson. Спрашивает, короче, имя капитана, я, блин, у нас капитаны меняются каждый месяц, вот. В чем я остановился, короче. В общем, загрузят они нас, закроем балхетину и поедем. Поедем дальше. Закроем эту часть. Будем открывать уже основной трюм, первый трюм. И, соответственно, начнем погрузку. Балка. Матрикс называется. Это уже опасный груз, категория А. Он, в общем, боится влаги. Вообще не должно быть ни снега, ни дождя. Вот, а учитывая, что у нас погода вот такая вот сейчас, соответственно, будут постоянные открывания-закрывания, вот, не дай бог, если минус еще хороший ударит, соответственно, вот этот снег, который выпал, вода вот эта вся, она замерзнет, рельсы подмерзнут, соответственно, гентрик-кран в какой-то момент может даже встать, вот, опять же, будут задержки, соответственно, это никому не надо, поэтому вот приходится мне на вахте периодически убирать лишний снег. Вот у меня еще впереди 5 часов, поэтому буду работать. Вот, а сейчас что надо идти говорить, в общем, ойлеру, чтобы начинал откатывать 4-й центральный танк. Вот, балластные операции забывать нельзя. Все, ребят, всем пока, всем хороших портов, без геморроя, так скажем.